об отеле. Максерия, как там? А, Максерия Блюдидин. А, приехав в этот отель, мы были приятно удивлены. А, значит, ранее мы отдыхали в сети отелей Амара. И приехав сюда, не ожидали, что уровень здесь будет не ниже, чем там. Очень-очень вкусное питание, разнообразное, суши, однажды была выставка шоколада, много всяких вкусных блюд. Насчет номеров, мне понравились номера, там все было новое, чистое, аккуратное, очень достаточно много места для того, чтобы все вещи разложить. Мы отдыхали вместе с семьей, 4 человека, у нас был номер family. Из минусов могу сказать, что, допустим, в первой комнате для детей там нету окон. То есть номер такой удлиненный, и вторая комната уже предполагает большая спальня родительская, что там уже есть окна. А, из так, анимации. Анимация была классная, веселая, такая неизъезженная. Очень много интересных конкурсов, от которых и дети, безусловно, и в том числе взрослые, были в восторге. По поводу пляжа. Пляж еще немного не доделан, но я думаю, что в самое ближайшее время это будет исправлено, пляж будет доделан. Несмотря на то, что сейчас еще там не отсыпан идеальный песок, мы с семьей отдыхали, и нам очень понравилось, и был доступ для того, чтобы зайти в море, купаться, и весело провести время и насладиться пейзажами моря и города. Так, что еще рассказать? Красивая лодка, вкусные напитки, особенно Бейлис со льдом. Очень классный аквапарк для детей, для взрослых. Много возможностей, там много разных горок. Мои дети 8 и 12 лет были в основном в аквапарке для взрослых и получили массу удовольствия. А относительно бассейнов, есть 3 бассейна разной глубины. Один 40 сантиметров совсем для малышей, где можно их безопасно оставить, а один, значит, 1,20 м для таких детей чуть постарше, лет, наверное, 7, 8, 9, 10. Вот. И второй бассейн для взрослых уже 1,40 м глубиной. Поэтому очень хорошо расположено все, так чтобы удобно было плавать и взрослым, и детям, и наблюдать со стороны за детьми. Спасибо. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.